Вот можно ли считать, что основная причина в разрушении Союза не Горбачев с перестройкой, а 1500 депутатов Верховного Совета 11-го созыва, принявших закон в 88 году, закон о кооперации, и, соответственно, сливших безразмерный безнал в нал, полки в магазинах опустили, и, соответственно, народ озверел и так, не заметил, как вопрос. Ему подсунули капитализм. Что касается Верховного Совета, то ключевым законом был даже не закон о кооперации, а закон о предприятии объединения. Они были приняты одновременно вместе одним пакетом. То есть закон о кооперации – это был инструмент обналички, перекачки инвестиционных денег в деньги потребительские. Но для этого нужно было разрешить предприятиям эти деньги выводить. Вот это как раз разрешалось законом о предприятии. Закон о предприятии был очень сложно придуман, потому что я знаю тех людей в Газплане СССР, которые писали этот закон. И они сказали, что этот закон они направили в правительство, после чего он всплыл уже в Верховном Совете в абсолютно другой редакции. И кто писал этот вариант, который попал в Верховный Совет, мы не знаем. То есть это, очевидное, было вредительство. И в этом смысле Верховный Совет принял этот закон. Так что да, конечно, экономическую систему социализма начали впрямую разрушать после принятия этих двух законов о предприятии объединений и о кооперации. Но экономический кризис начался в СССР значительно раньше. Но просто в 88 году приняли решение, вместо того, чтобы заниматься реорганизацией и все-таки добивать Запад, вместо этого приняли решение сдаться. Значит, кто сыграл роль Каца, я не знаю. Это я вам сказать не могу.